Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы выполняли утепление крыши по нашим стандартам. Делали утепление крыши 30 сантиметров минераловатым утеплителем УСАД Пурван и монтировали пароизоляционную пленку Дельта Рефлекс, поддерживающую обрешетку. Сейчас хочу вам показать некоторые моменты. Вот так вот у нас выглядит пароизоляция уже смонтирована. Какие нюансы? Да? Вот недавно здесь сделали стяжку пола, то есть была большая влажность. Это можно увидеть по стенам, видите, стены все мокрые у нас, на окнах тоже конденсат, пар не попал в конструкцию кровли, вот, очень качественная пароизоляционная пленка. Пойдемте в другую комнату, тоже вам покажу, здесь вот, сейчас тут идут инженерные работы, электрика, система рекуперации вот устанавливают, теплые полы сделали, вот, скоро сделают здесь, ну, включат, вернее, здесь вентиляцию, и вот эта влажность, она вся уйдет. Вот так вот это выглядит. Значит, меня многие спрашивали, почему мы делаем уплотнитель не только там, где у нас саморезы закручиваются, но и вот в этих местах, да. Здесь вот увидите, электрики, они прикручивают синий уплотнитель, то есть здесь вот это место получается герметично. 100% вот это место не пропускает пар. Вот так это все выглядит у нас. Пленка Дельта Рефлекс, и это именно тот материал, который 100% выдержит такую вот нагрузку. Также, если посмотреть с улицы, видите, какое количество снега лежит на крыше. Нету сосулек. С этой стороны утепление сделано качественно. Вот тепло остается в доме. Давайте с другой стороны тоже посмотрим. С другой стороны то же самое, видите, лежит снег. Двускатная крыша, максимально простая, как мы любим. То есть такие крыши несложно утеплять. И, соответственно, видим результат. То есть качественное утепление говорит о том, что лежит снег на крыше такими шапками и нету сосулек. Утепление делали 30 сантиметров.